норм, просто очень красиво. А вот, собственно, и тебе и море. Я уже догадался. Куба, залив. Мотовский залив. Касатку здесь видел два раза. Один раз вот отсюда видел. Мне интересно. А второй раз вот с той дороги, которая вот там идет вдоль залива. Вдоль губы. Ну, наверное, метров в 200. Нет, меньше. Какие-то 200, метрах 100 от нас прошла. Блин, такая хребтина, такая она красивая, такая прям. А если вблизи ее увидеть, то вообще обосраться можно просто-напросто. Так он сюда приперся, мы его, знаешь, на рыбачьем встретили. На 412-м москвиче. Они объехали весь средний, мы объехали весь средний. Да вы ебались, мы с Мельником через весь средний проехали, там мосты УАЗик чуть не оставил. Как так-то? И этот Глеб такой подходит, говорит, глушитель стоит так, говорит, сам, блядь, у вас хомута нету. Вот такой веселый, забавный мужик вообще. Здесь тоже надо становиться постоять. Ух, блять, это же просто ручеек был всегда здесь. Ручеек, да, что? Да, такой незаметный, мы здесь воду набирали всегда. Парится на лодке. Хорошо идет. Хорошо идет. У них за этой горой гнездо всегда было. А, не, вон они стоят, вон он, лагерь палаточный, лагерь войсковый. Долбится, ребят, как это называют. На гусеницы такие хреновые. Где не шарик, не знаю. О, ну сейчас пушки на какие-то со смешными маленькими. Ну и что? Вот немножко ровно, ты знаешь, я подозреваю, что очень даже где-то вот-вот распластайся, где хочешь, вот здесь пониже. Ночь на крайнем севере, в августе, 2 часа ночи. Это 2 часа ночи, ребята? А ты вот сюда покажи, вот сюда, чтобы видно было, что это 2 часа ночи. Давай. Это бежит, короче. Это не будет видно. 2 часа 3 минуты. Можно залив показать, мотовский вот тут. А, не видно ничего. Пойду я, отлив зафиксирую. Буду дерево посадить. Вот так вот, что ли, зафиксируешь отлив? Взрослый человек. Вот сколько воды уходит.
метров 20, наверное. Вчера приехали, все было до туда вот. Вот эти водоросли вонючие, воняет нормально так. Вот они. Салат из щуки, пожалуйста. Сколько этих водорослей тут? Мать твою. Это было воды все доверху. Вон до валунов. Вон она осталась. Прикольно. Вот так. Мыс вонючий, я бы его назвал. Ну, по-своему красиво, конечно. По-своему красиво. Море, вода чистейшая, прозрачная. Несмотря на прибой, что-то плещется вон даже, рыба какая-то. Ну все, а мы едем дальше. Заброшка, военная часть. Поправка. Возможно, военная часть. Уныние и разруха. Со времен войны. Вообще виды, конечно, классные. Ждали с моря немцев, поэтому создали укрепления эти все. Их много вдоль берега расположено. Но немцы тоже были не дураки и с моря не пошли. Потому что открытой мишенью быть никому не хочется. Простор. А? Вот. По чином у тебя, Глеб Егорович? А вот это береза. Ага. Поэтому они над березой здесь все-таки, наверное. Береза, да, если что? Да. Знакомьтесь, береза. Офигеть, вот эта сопка. Обалдеть. Полоса, это бывший аэродром, аэродром. А, я про него слышал. Туда ездим, погодять максимально. Ну, мы туда и поедем. Класс. We'll be right back.
В жизни бывают такие моменты, когда любая бумага становится ценной. Так, не останавливайся, наверное. Ты хочешь газ в пол? Нет. О, стопушка помыли. Легко. Отсюда мочили газ. Северодвинск. Наши на побережье. Ну да, чего-нибудь-то уже. Во, красавчик! Еще давай. Соленая машина, антикор РФ. Смело, а вдруг так глубоко, как втыкнешься, да? Он мужика бросил, короче. Видите? Тип меня снимает, а я его. В море погнал. Ой, бля. Все, сердце кровью отбивается. Надо номера запомнить, чтобы никто никогда не купил эту машину. Мы мыться в пресную воду поехал. Молодец. Все, пар выпустил. Молодец. УАЗ. УАЗ. Бэйби, я буду тебя любить, даже когда мы будем в кювете. Ну а пока что я здесь, а ты конфетка, и я тебя люблю, слышишь? УАЗ. Сутки в пути, третьи сутки в пути. Все, хана. Приехали, да. А дальше нельзя, да? Хотя раньше мы туда проезжали. Одни УАЗы патриоты. Раз, два, три штуки. Да, сейчас мы до них доедем. Смотри, там фонтаны какие-то. Ну, пойдем, сделаем отличную фотографию. Среди толпы. На краю земли, среди толпы. Да. Ты не поехал, да? Нет. Перекрыл просто дорогу? Да. Хорошо. Я москвич. Хороший план.
Коротко о погоде. Немного штормит. Блин, а так вообще можно пушить. Ты о чем? Сломал хорошую вещь. А это китяша тут. Вот его. Вот это зачет. Вот это копчик. Как он сюда запрыгнул, что, враг? Он давно что-то, я про него слышал. Кит вяленый. Структура такая офигенная. Сейчас я доберусь. Чуть маленько. И оп. Залезай. Ох. Вот это да. Моща. Ветер моща. Воу. Давай еще. Офигеть. Thank you.